Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я из Саратова, и в своем видео я вам покажу все, что я мерила в наших саратовских секонд-хендах на скидках в 20-30%. Первая вещь на примерке стоковая, с этикетками. В этот раз много мне что в секонд-хендах привело в растерянность. Например, вот эта этикетка на этом халатике. Почему написано 51% полиэстер и 49% полиэстер? Нельзя ли написать было проще? 100% полиэстер. Ну, вот такая странность. Когда я увидела эту вещь, мне она почему-то показалась такой отпускной. Ну, как пляжный халат. Сейчас, кстати, у нас... Еще пока что пляжный сезон не закрыт, сентябрь, тот месяц, когда люди еще едут на моря. И мне кажется, вот этот вот халатик из 100% полиэстера просто можно накинуть на купальник и пройтись в нем от пляжа до отеля. Как вы поняли, уже вторая вещь на примерке – это рубашка из приятной вискозы. У этой рубашки мне понравилась длина рукава и принт. Цветы на ткани как будто нарисованы акварелью. Следующий комплект, который я примеряю, мне очень понравился, потому что он в таком расслабленном, непринужденном стиле. Штаны очень качественные, из плотного, хорошего хлопка. Сколько раз себе говорила, нравится вещь, надо покупать. Ну вот, не купила. Извините. Кто не знает, я работаю проводником. Поэтому частенько болею от кондиционеров, простужаюсь. Поэтому извиняюсь за свой хриплый голос. Да, кстати, в последнюю поездку, в одну из своих последних поездок встретила подписчицу. Привет вам большое, если вы видите. Очень приятно, что вы поздоровались со мной, подошли ко мне. Да, брючки эти от КОС. Их купили сразу, как я их только повесила. Жалею, что не купила их я. Далее вот такой вот женственный кардиган чисто белого цвета. Частенько забываю снимать цены вещей, которые примеряю. В этот раз вот у этого кардигана я так и не засняла его цену. Зато посмотрела состав. И вам сейчас покажу. Состав у него хороший. 80% вискозы и 20% лайкра. Часто вижу на улицах города девушек вот в таких трикотажных платьях. Конечно, они требуют фигуры безупречной. Ну, не у всех безупречные фигуры, поэтому некоторых девушек, я вижу, одевают вот на эти платья еще верх рубашки или какие-то жакеты. Ой, извините. Платье очень хорошее. Во-первых, оно на ощупь очень качественное и классное, приятное. Ну и цвет сейчас розовый, кстати, очень даже в тренде. Далее вот опять такой расслабленный комплект. Брюки льняные и синтетическая такая вот кофточка сверху, ажурная. Не знаю, зачем я ее взяла. Ну, может быть, то, что она по тону подошла к этим брюкам, я ее решила померить с ними в комплекте. Конечно, она мне не понравилась, потому что она это 100% акрил, во-первых. Ну, вот, подумала, что, наверное, она неплохо будет сочетаться с этими брюками. Вот я ее взяла. Причем она висела. Еще одна странность наших секонд-хендов. Почему вещи 100% акрила не такой уж и хороший бренд? Зачем они оценили так дорого и повесили эту вещь в эксклюзив? Тоже для меня это осталось непонятным немножко. Брючки, кстати, я показывала цену, они тоже висели в эксклюзиве, но льняная вещь, она, думаю,
тянет на то, чтобы ее вешать в более дорогие и хорошие качественные вещи. Вот эту вещь я мерить не буду, но просто покажу вам, мне понравилась ткань, фасон не очень, так как это как бы не рубашка, планка застегивается только до середины туловища, а ткань очень даже мне понравилась. Далее вот такой вот комбинезон. Если бы не цвет, я так подумала, что он напомнил бы, наверное, какую-то, не знаю, одежду для рабочих, что-то такое, плотный-плотный хлопок. Но из-за цвета этот комбинезон привлек мое внимание, причем на низкий рост, но все равно немножко подхватывает, конечно. Вот чувствуется, что все-таки по росту он мне тоже немножко маловат. Бренд хороший, кстати, я посмотрела. Некоторые меня ругают за бренды, говорят, что зацикленные на них. Нет, мне просто любопытно. Поэтому, если я вижу что-то, то, что раньше не видела, какую-то фирму мне незнакомую, я лезу в интернет и пытаюсь что-то там хотя бы минимум какой-то узнать. Вот это очень такой бренд с хорошей историей, это Великобритания. Далее, девочки, в моем видео появится моя мама. Вот она, познакомьтесь, Любовь Михайловна. Все-таки завела я ее в секонд-хенд. Она долго отказывалась, говорила, что там вещи найти хорошие невозможно. Вот на ней, кстати, сейчас, в чем она модничала, это льняные вещи, льняная юбка желтая и блузка. Тоже из льна. Сочетание этих цветов нам с ней очень понравилось. Вот эту юбку, которая сейчас на мне, которую я сейчас примеряю, она с хорошим составом, там хлопок и шелк. И, правда, подкладка полиэстер. Далее еще одна такая интересная вещичка. Такая, знаете, как бы накидка. И вот такие вот рукавчики, то есть прямоугольный кусок ткани и с пришитыми к ней небольшими рукавчиками. И вот получилась такая накидка интересная. Так, ну это вот моя мама тоже тут в футболке, в хлопковой, и в юбке на резинке. Юбка 100% полиэстер, расцветка нам с ней понравилась. Футболка, кстати, тоже нам понравилась. Это дальше мы нашли вот такие штанишки белые и поло. Тоже все вещи с эксклюзива. В тот день, по-моему, скидка была 30% на все. Также потом вместо поло нашли вот такую хлопковую рубашку удлиненную. Старается, демонстрирует. Мне понравился вот этот винтажный жакет. Жакеты мне редко когда идут. Этот вроде бы сел по размеру. Почему он винтажный, мне показалось, судя по этикетке, я сделала такой вывод. 100% шерсть и подкладка полиэстер. А это диснеевская футболка с кучей-кучей пайеток. Мерю я, кстати, эту футболку с шортами, которые нашла в мужском отделе. Шорты от Levi's, их тоже очень быстро купили, тогда, когда я их повесила. А это, кстати, мужский. На мне и на тебе. А тут вот мама раздобыла такую рубашку из 100% полиэстера. Решила ее примерить. А это вот эта вискозная кофточка, яркая. Она, кстати, довисилась до больших скидок. Мы ее потом увидели, и на фиксированной цене все по 200 рублей. Она все еще продавалась, ее можно было купить.
Вот эти вот джинсы очень классные, они мне сели по размеру. Почему я их не купила? Опять у меня к себе вопрос. Очень хорошие, мне не очень понравились. Джинсы никогда лишними не будут. Мало того, я даже вам не смогла их толком показать. Ни фирму не засняла, ни стоимость. Ну вот здесь то же самое у меня беда. То есть ни цену не засняла, ничего. Просто посмотрите, как эта вот удлиненная рубашка просто сидит на мне. Больше ничего я о ней сказать не могу, в принципе. Ну, то, что мне цвет понравился. Следующий комплект, который я покажу, юбка и топ, тоже совершенно забыла снять подробно эти вещи. И состав не сняла, и цену тоже. Хотя состав я помню, это хлопковые вещи, юбка. Полностью застегивается на пуговицы. И короткий топ, он тоже из хлопка, завязывается сзади. Вот я показываю там такие завязочки. Вот следующий комплект — это брюки от Esprit Organic и пуловер, который мне очень понравился, я его купила. Мне понравился его серо-голубой цвет, мне понравился состав изумительный, там у нас шерсть, 50% шерсти и 50% шелка. Он совсем не колючий, очень теплый, потрясающий пуловер. Вот, в общем, очень довольна покупкой. Эти штаны тоже прикольные, но мне показались они дороговатые. Да, кстати, вот этот жакет, который я вам уже показывала, к нему я нашла юбку. Это оказалось комплект, ну, костюм. Вот так вот выглядит юбка, приточной пояс, в боковом шве молния. Тоже 100% шерсть, подкладка полиэстер. И топик вот такой. Это не топик, это, я так понимаю, жилетка. Но на мне это как топ. 100% шерсть, очень теплая, нейтрального тона. Я ее купила и буду зимой на работу носить под рубашку. Майку одену, рубашку. В общем, довольна я этими покупками. Далее я покажу несколько комплектов, которые я мерила на фиксированных ценах в 250-200 рублей. Вот этот топ красивого нежного цвета, он тоже шелковый, шелк с нейлоном. Ну, немножко подубитый, конечно, но дырок на нем не было. И вот 12 размер. Меряю я этот топ с бананами, тоже нежный цвет. Далее комплект тоже брюки хлопковые. Хлопок такой очень приятный, бархатистый. Они плотные. Мне брюки понравились. И вот такой топ со стразами. Фурнитура интересная у брюк. Такие золоченые пуговицы с якорьками. Сразу морскую тематику такую навевают. И ткань такая, мне очень ткань понравилась. Она такая, как, знаете, как бархатистая. Только хлопка я мерила, и весь хлопок очень разный. Да, штанишки такого горчичного цвета. Далее комплект с шортами. Вот эта футболка мне понравилась. Очень тонкая, приятная к телу, но нашла там на ней небольшую дырочку. Шорты тоже очень классные, качественные. Вот если бы в отпуск, я бы купила их, не раздумывая. Хоть они такого тоже цвета хаки, но бренд хороший и качественный очень. Прям вот в деталях качество видно, очень классные. Далее джинсы. Тоже очень, мне очень они понравились, с высокой посадкой. И вот такой вот топ, весь расшитый нитками, бисером, потом с этими пайетками, стразиками, в общем, весь переливается, блестит, но нашла небольшой дефект. Джинсы я купила, джинсы очень классные, купила я их за 200 рублей, не жалею, хожу, наслаждаюсь. А здесь вот я показываю дефект, вот видите участок, где все распоролось, вот, жалко очень. Очень эффектно смотрится этот топ. Нарядно, красиво.
И вот эту футболку я купила. Тоже, правда, этикетки все срезаны, но по составу я понимаю, что это хлопок. А бренд срезан, но, в принципе, и не важно. Но по качеству футболку очень мне понравилась. Я ее купила тоже за 200 рублей. Вот, кстати, джинсы на мне, которые вот, да, я хожу уже в них. Далее вот такая блузка. Это хлопок с шелком. Мне она понравилась, но единственное, мне не понравился вот именно конкретно в этой блузке цвет. Вообще я ничего против голубого цвета, такого именно голубого я не имею. Но вот если бы эта блузка была в нюдовом каком-нибудь оттенке, я бы ее купила, наверное. А так слишком он голубой какой-то. Это только за цвет не взяла. А так дефектов не было на блузке. И вот эти понравились мне босоножки. Кожаные. Made in Spain. 36 размер. На ноге очень классная колодка, удобная. Я их тоже не купила. Но лето закончилось. Да и каблук не мой слишком высокий. Дорогие, на этом я закончила свои примерки. Буду прощаться с вами, желать вам всего самого замечательного, благодарить за просмотры, за лайки, за комментарии. Всего доброго, до скорых встреч!